приветствуем. Даже и сейчас я снимаю видео о переменах в клетках моих хомячков. Ну и вообще все вещи, которые я поменяла в клетках хомячков, я вам показывала в видеороликах на тему похода в зоомагазин. И если вы знаете, какие вещи я показывала, и если вы их смотрели, эти видео, то, пожалуй, можете не смотреть этот видеоролик. Но те, кто не смотрел мои остальные видео, можете посмотреть. Первая клетка Хомкина. У него лишь две перемены. Первая – это вот такой вот домик, который я показывала в предпоследнем видео на тему похода в зоомагазин. Вот. В нем вот такие вот четыре входа-выхода. И вот этот домик сделан из такого материала, что его можно даже погрызть. Хомячку даже полезнее грызть его. Вот. Ну, и вторая новость, то что мой хомячок Хомка нашел новое место, где ему можно поспать. Не там, не там и не в этом домике, а вот в том углу. Сейчас я покажу. Вон там он. Вот где-то тут он сейчас спит. А, вот он, наверное. Хомка. Хом. Вот он, мой хомячок. Он проснулся. Сейчас я его покажу, раз уж он уже все равно проснулся. Хомка. Хомка. Ну, иди сюда. Вот он. О, мамочка, ну иди сюда. Ну иди сюда, малыш. Ну, ну. Сейчас я его покажу. Вот он. Мой Хома. Хома. Хома, ну иди сюда. Вот мой хомячок. Сейчас я его возьму на руку. Вам лучше покажу. Хомка, иди сюда. Не бойся. Хома, Хомка. Вот он. Он очень добренький, пушистенький и миленький. Только он еще пухленький. Вот. Он просто чудо. Очень добренький. Но не будем ему мешать. Иди, продолжай спать. Ой, прости, Хом. О, прости меня, пожалуйста. Ну и новости от Фомы. У него перемен на пару штук больше. Ну, первое, это вот такой же домик. В нем 4 входа-выхода. И он также съедобен. Второе, это вот такая вот травка, которую я показывала в последнем выпуске моем на тему поход в зоомагазин. Вот. Очень вкусный, мои хомячки просто обожают его. Так вот поставим сейчас. Третья новость. Это новый наполнитель. Вот, древесный. Сейчас я покажу вам от него упаковку. Наверное, найду. Сейчас. Я тут... О, а. Вот, сейчас я вам ее покажу. Тут мой планшет там. Вот. Lucky Pets. Я вам его уже показывала в последнем моем выпуске. Вот. Так вот, вот этот наполнитель. Вот он. Мне бы еле хватило на всю клетку, поэтому пришлось вложить еще сено. Так как этот наполнитель, вот, возможно использовать наполнитель совместно с сеном. Вот тут написано, совместно с сеном. Поэтому мне пришлось вложить еще сено. Ну и последняя новость. Это вот на третий этаж моего хомячка я положила вот такой вот рулон туалетной бумаги, так как Фомка... Он очень любит делать туннельчики, поэтому я купила этот домик ему. А Хомке купила его заодно, просто так, чтобы Хомка не обижался. В общем, он и бегает в этом рулоне, и грызет его. Ну вот, это все новости от моих хомячков. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на канал Лады Стоминой. С вами была Даша. Пока-пока.